Пробелы среди участников компенсировали внеконкурсным забегом. Он прошел в рамках соревнований по легкой атлетике на межвузовской спартакиаде Иркутской области. Дорожку открыли для всех студентов. Такая форма агитации за спорт, за здоровый образ жизни, по мнению организаторов соревнований, должна помочь пережить пандемийное время в здоровой и легкой форме. Легкая атлетика, по идее, как бы самый доступный вид спорта. Бегать можно всегда, везде, да. Можно заниматься любому студенту. Ну, конечно, это вот в первую очередь популяризация вида спорта. На забеге метание копья и драй-диска выставили команды 5 вузов. Не всем удалось из-за длинных праздников холодной майской погоды собрать полновесные команды, но все равно выкладывались по полной. Особых методов мы не могли использовать. Нам немножко мешала погода в этом году и длительные выходные майские. Но, тем не менее, подготовка проходила. Студенты занимались много самостоятельно, а также занимались некоторые со своими тренерами. Соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады вузов Иркутской области для некоторых спортсменов своего рода пробник перед большими федерального масштаба забегами. Поэтому не халтурят, бегают на максимальный результат. 6 раз я выигрывал первенство России среди юношей до 18, до 20 лет. На 60, на 100, на 200 метров в эстафетах. Много раз часов. По итогам двухдневных соревнований призовой комплект политеховских спортсменов пополнился 2 серебряными наградами в командном зачете. Их принесли и юноши, и девушки сборной Ирниту по легкой атлетике.